начала года больше 2500 водителей автобусов и больше грузов привлекли к административной ответственности за несоблюдение режима труда и отсутствие тахографа. Общая сумма штрафов составила около 50 миллионов тенге. Только цифра эта может еще значительно вырасти. Сейчас по всему Казахстану проходят рейды. На одном из таких побывал мой коллега Ануар Амангельдинов. Тахограф. Знаете, да, что такое тахограф? Да, да, да. Устройство, регистрация режима труда и отдыха. Он у вас имеется, водитель? Ну, стоит. Стоит, да? Да, да. В рабочем состоянии? Да, конечно. В рабочем состоянии, да? Сертификаты имеете? Конечно, конечно. Давайте документы тогда предоставьте нам, пожалуйста. С документами у этого водителя действительно все в порядке. Тахограф, кстати, тоже имеется. Единственное, есть одно «но». Устройство было выключено во время езды. В отношении вас будет составляться административный материал. То есть привлекаться будете к административной ответственности согласно 572 статьи Кодекса административного правонарушения Республики Казахстан. Правонарушение выявляет более чем у 50% остановленных водителей грузовиков и автобусов. Активная проверка многотонников связана с акцией «Тахограф», проходящей по всему Казахстану. Акция «Тахограф» стартовала в стране 9 сентября и продлится она ровно месяц. На сегодняшний день инспекторами транспортного контроля выявлено более 200 нарушителей. Общая сумма штрафа свыше 4 миллионов тенге. Мы систематически выезжаем, значит, для проверки на дороге общего пользования, на территории города Алматы, в пригородных территориях, на тех, которых нам разрешено останавливать автомашины, при этом соблюдением всех правил дорожного движения и не мешать дорожному движению. Дорога ошибок не прощает, потому режим соблюдения труда и отдыха весьма важен, говорят в профильном министерстве. Очень важно не ездить больше 9 часов, то есть максимальное время езды за рулем 8 либо 9 часов по закону. Из них, допустим, 4,5 часа первых водитель проезжает без остановки, затем ему необходимо 45 минут отдохнуть, затем снова 4,5 часа водитель должен продолжить свой путь. Итого 9 часов. Всего с начала года за несоблюдение режима труда и отдыха к ответственности привлекли более 2500 водителей. Общая сумма штрафа составила порядка 50 миллионов тенге. По закону за несоблюдение режима отключения либо отсутствия тахографа перевозчикам грозит штраф в размере максимально до 50 МРП. Это почти 185 тысяч тенге. Ануар Амангельдинов, Ренат Абулхаиров, Информбюро.